Ну, все еще на одних часах 44. Собираем последних желающих поприсутствовать на паре. Ну что ж, утречка вам добрая, ТМ-156. Как я вам подсказал, все-таки пришлось без вашего желания поменять местами пары, поскольку сегодня еще в техникум придется мне идти. Тема нашего сегодняшнего урока, кстати говоря, МДК-2.1, основа технического обслуживания строй системы СЦБ и ЖАД. И, соответственно, тема наша. На прошлой паре мы должны были с вами закончить автоматическую переездную сигнализацию. Так это или не так? Замечательно пообщались. Хорошо общаться с группой ТМ-156. Ну что ж, в таком случае буду считать, что я не ошибаюсь, потому что у меня в журнальчике написано, что эта тема у нас закончена. Следующая тема, которая также будет у нас входить в следующий тест по МДК-2.1, в котором будет АПС, УКСПС вместе взятые. Итак, техническое обслуживание КГУ и УКСПС. Ну, начнем мы с УКСПС. КГУ будет вторым по счету, поэтому правильнее было бы наоборот, или пока просто написать УКСПС и конкретно займемся им. Как правило, начиная эту лекцию, я задаю вопрос студентам, знают ли они, что такое УКСПС. В результате процентов в 99 получаю ответ, что либо знаем, либо знаем, но напомните такого плана. Поскольку вы со мной сегодня разговаривать не собираетесь, кроме кого-то одного, кто поздоровался и тем самым проверил у меня звук, вам задавать такой вопрос, видимо, бессмысленно. И стоит, ориентируясь на прошлые года, просто-напросто небольшую информацию о работе УКСПС подсказать. Ну, возражений вроде нет, поэтому перелистываю на следующий слайд. Итак, что такое УКСПС? Устройство контроля схода подвижного состава. Не столько оно, конечно, контролирует сход, хотя, конечно, и сход состава тоже оно зафиксирует, сколько контролирует наличие волочащихся деталей под поездам, то есть контролирует нижний габарит поезда. Организация работы всего устройства следующая. У нас с вами около предвходной точки и около находящейся перед ней, то есть либо на первой и третьей, либо на второй или четвертой, в зависимости от направления движения поезда, ставится вот такой вот датчик. Датчик УКСПС. Что он из себя представляет? Представляет собой, как правило, P-образные вот такие вот датчики, через которые протекает электрическая цепь. И, соответственно, если один из этих датчиков будет сбит либо колесом поезда, либо будет сбит волочащейся деталью, тогда электрическая цепь через этот датчик построенный обрывается. Ну и контактами реле, которые в этой цепи стоят, можно зафиксировать срабатывание этого датчика. То есть организация примерно вот такая. Здесь у нас дежурный по станции, на станции сидит. Вот входной светофор. Вот у нас предвходная точка. Это которая перед ней. Стоит ролейный шкаф автоблокировки. От него подается питание к нашему УКСПС. И примерно вот такая вот цепь существует. Это вот тот самый наши датчики. Вот они стоят. 1, 2, 3 цифрами обозначены. Если пока у нас цепь целая, то у нас что получается? У нас с вами трансформатор СТ5 работает в режиме близкому к короткому замыканию, то есть он замкнут на резистор. Ну, омов сколько здесь не вижу у этого резистора. Замкнут на резистор, протекает достаточно большой ток. Если вдруг благодаря этому, что ток большой протекает, на сроле 1КС будет находиться под током. Если вдруг мы с вами этот датчик какой-то один порвем, что у нас происходит? Трансформатор из режима близкого к короткому замыканию переходит в режим холостого хода. В режиме холостого хода ток во вторичной обмотке нулевой. В первичной обмотке тоже резко снижается и тока для срабатывания реле 1КС или реле 2КС, в зависимости от того, какой датчик сработал, у нас будет недостаточно. Реле своими контактами сообщает электрической централизации о том, что у нас с вами произошло нарушение. Такой поезд с нарушением нижнего габарита на станцию пускать нельзя, поэтому что должна сделать схема электрическая на станции? Она зажигает на входном светофоре красный огонь, даже если до этого он был открыт.
Далее срабатывает у дежурного по станции некая, ну это вот примеры того, что может быть причиной того, что срабатывает у КСПС какие-то до детали волочащиеся. В данном случае вот от дрезины там отвалилась какая-то деталь. Тоже, соответственно, обнаружили благодаря УКСПС то, что это произошло. У дежурного по станции на пульте есть соответствующие ячейки, датчики. Давайте конкретно красивых у меня нет, поэтому пришлось самостоятельно нарисовать. Это лампочки NUX или CHUX, которые контролируют нормальную работу УКСПС. Нормально эта лампочка горит белым цветом. И два датчика. Один для первого датчика нарушения контролирует, второй для второго датчика нарушения контролирует. Если у нас с вами нарушается первый датчик, какая будет картинка у дежурного? Погаснет белая лампа NUX или CHUX, если это четное направление движения. Загорится красная лампа сработавшего датчика или вот так, если N2 сработает. И есть еще у нас такие разновидности УКСПС, которые могут фиксировать не только сбой датчика, но и могут зафиксировать короткое замыкание в цепи датчика. В этом случае зажигается мигающим огнем лампочка NUX или CHUX. Итак, после срабатывания, что у нас происходит? Как я сказал, перекрывается входной сигнал, у дежурного по станции звенит звонок, срабатывает речевой информатор, который в поездную радиосвязь посылает сообщение для машиниста о том, что у него сработало датчик нижнего габарита и необходимо остановиться и осмотреть состав. После того, как машинист осмотрит состав, приведет в порядок там нижний габарит, сделает что-то такое, чтобы ничего не повреждалось там, или выяснить, что действительно все нормально и угрозы для станционных устройств нет, дежурный как-то должен открыть сигнал. Но, как вы понимаете, открыть сигнал у него не получится, потому что наша схема мешает ему это сделать. Для того, чтобы у дежурного была возможность открыть сигнал, даже если нарушение произошло, поскольку наш электромеханик не прилетит за 5 секунд и новый датчик не поставит, на это у нас специально есть кнопка ВКС, которая у нас позволяет дежурному по станции, нажав ее и одновременно нажав на кнопку входного светофора, благодаря этому зафиксировать, ну или задать поездной маршрут. То есть удерживая нажатой кнопку ВКС. Забыл еще сказать, что звонок, который звенит у дежурного по станции, можно выключить. Для этого используется кнопка КСЗ. Эта же кнопка необходимо будет использовать после того, как электромеханик восстановит УКСПС, звонок снова зазвенит. Ну, вот такой вот в двух словах, как работает УКСПС. Где-то есть там небольшой какой-то видеоролик болтался. Уж не знаю, будет ли у вас звук слышен. По-моему, там, по-моему, когда я показываю, то звука от видеоролика не бывает. Ну, подскажите, есть звук или нет? Потому что я включал ради звука, потому что там, ну, этот самый аудиосообщение, вот это, которое в поездную радиосвязь включается. Ну, раз нету, то, соответственно, ничем помочь не могу. Разве что выложить вам. А, я, по-моему, выложил, и видеоролик у вас лежит в Google классе. Можно ссылку открыть, там посмотреть. Он небольшой, 2 минуты длится. Ссылочка у вас там в Google классе должна есть вместе с презентацией, вместе с технологическими картами лежит. Так, ну что ж. Продолжим. Соответственно, возможно, чью информацию вам вкратце сообщил господин Лузгин, когда проходил различные виды датчиков, но 100% гарантии на это не дают. Вопросики по принципу действия УКСПС, какие-то еще там, перед тем, как переходить к первой работе. Нет вопросиков. В таком случае можно переписывать для тех, кто ведет конспект, нашу с вами информацию по первой работе. Я пока присутствующих отмечу. Итак, первая работа. Проверка работоспособности УКСПС. Проводится она с периодичностью 1 раз в квартал. К сожалению, числа 2020 я не вижу. Поэтому нет гарантии, что там что-то не изменилось в периодичности. И здесь же я
написал второй вид работы, проверка правильности работы, измерение тока напряжения на контрольном реле у КСПС, тоже один раз в год. Ой, вторая работа один раз в год проводится. Почему я так их объединил? Ну, потому что на самом деле, конечно, будут эти две работы выполнять одновременно. Просто три раза в год измерения тока делать не будут, а вот один раз в год будут делать вместе с этой работой. Так, Рутфус есть. Так, Комков, Байболова. Виктория. Фиг бы знал, кто это такой. Малышева, наверное. Так, далее. Денеженко, Шунаев. Пономарев, Савенко. Баракусова, Михайлова. И Сычев. Боялся прокараулить, зашел, черт знает, когда в презентацию. Ой, в конференцию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Должно 12 получиться, да, все сходится. Так, ну что, листаю. Нет еще пока. Документальное сопровождение у нас ведется, где в ДУ-46 будем делать запись, мы в ШАУ-2 будем делать запись и ведомость. Акт проверки точки УКСПС, если я не ошибаюсь, это действительно ШАУ-80. Вам будет предложена такая работа, так, выполнение такой практической работы у нас на полигоне. Она достаточно объемная такая. Можно даже попытаться как-то разделить работы между бригадами и, соответственно, выйти одновременно там всей группой. Одна бригада там одну работу покажет, другая другую, таким образом вместе ее сделать. Но, конечно, больше смысла, когда бригада все-таки работает одна, пытается все работы провести, научиться их выполнять. И так практиковали. Но самое длинное, наверное, будет у нас с вами вот здесь, в моей лекции, это проверка работоспособности, поскольку там еще и типы УКСПС бывают разные. Бывает УКСПС перед станцией, бывает УКСПС перед искусственным сооружением. И вот у меня там будут небольшие отличия. Что, все еще нельзя? Ну, молчат, наверное, можно. Так. Ну, первое дело, конечно, раз мы с вами собрались проверять ДУ-46, что мы будем делать, стандартные действия, это сделать запись ДУ-46, поскольку мы там будем дежурному пакостить, будем там заставлять его срывать всякие пломбы, возможно, будем мешаться управлять движением поездов, поскольку наши с вами срабатывание УКСПС будет приводить к задержкам, поэтому, очевидно, нужно будет все это с решением дежурного производить. Итак, делаем записи, свободное движение поездов, время, будем производить те самые проверки. В чем же заключаются эти самые проверки? Мы с вами запрашиваем у дежурного по станции приготовление маршрута приема на станции. И при этом визуально контролируем открытие входного сигнала, то есть дежурного по рации запрашиваем, дежурный, приготовьте маршрут приема на станцию, так, какая у нас тут светофор, светофор даже не нарисовал я. Допустим, там на нечетный маршрут приема на станцию. Дежурный, соответственно, нажимает все кнопки, это у нас готовится маршрут, открывается зеленое там или желтое показание. Далее, что мы с вами делаем? Далее электромеханик имитирует срабатывание датчика перед вторым участком приближения. Ну, второй – это тот, который ближе к станции. Что касается выключения нормального датчиков,
варианты там какие на самом деле? Либо это откручивать болтовые соединения, которые около датчика крепятся. У меня тут близко нет нигде большой фотографии, поэтому там потом чуть ближе посмотрим на этот датчик. То есть где-то вот около этого датчика болты. Второй вариант – это отключение жилы кабеля от муфты, либо то же самое можно сделать в путевом ящике или в релейном шкафу, в зависимости от того, что там, как обеспечивается связь с этими муфтами. У нас в техникуме сделана более удачная штука. У нас стоят предохранители, достаточно предохранитель выдернуть, и эта цепь у нас с вами размыкается. Итак, дежурный каким-то образом имитирует срабатывание датчика. Что после этого необходимо? Что происходит? После этого должны произойти те самые события, о которых я говорил. То есть дежурный по станции, либо, например, старший электромеханик может прийти к нему в помещение и проконтролировать, что после того, как наш электромеханик сымитировал срабатывание УКСПС, у дежурного начинает звенеть звонок, гаснет белая лампочка контроля исправности устройств КСПС, загораются лампочки красного цвета. Но в нашем случае, раз мы второй участок приближения. Так, как мы там проверяем? Это первый, второй. Ну, вроде написано у меня, что сначала на дальний проверяет. Разницы, конечно, никакой нет. Итак, если у нас с вами перед вторым участком приближения проверяется датчик, то есть вот этот, то должна DAT1 лампочка загореться у дежурного по станции красным цветом. Входной светофор должен перекрыться, должен заработать речевой информатор, который подсказывает поездному, ой, машинисту о том, что произошло нарушение с такой-то стороны, там четное, нечетное при приближении к станции такой-то. То есть вот такого плана. После этого, что у нас происходит? У нас дежурный должен проверить возможность выключения сигнализации кнопкой. Для этого нажимает кнопку КСЗ. Предварительно с этой самой кнопки КСЗ необходимо сорвать пломбу. Далее дежурного просят приготовить попытаться приготовить маршрут приема, не используя вспомогательную кнопку ВКС. Дежурный пытается это сделать. Что должно произойти? У нас с вами открыться сигнал входной не должен. То есть маршрут приготовиться не должен. Далее дежурного просят приготовить маршрут с нажатием вспомогательной кнопки ВКС со счетчиком нажатий. Дежурный нажимает кнопку ВКС, затем нажимает кнопки для того, чтобы задать маршрут, допустим, там входной, и кнопку приема отправочного пути. Маршрут задаться должен. После этого электромеханик восстанавливает цепь датчиков УКСПС, и у дежурного мы должны что увидеть, пронаблюдать, что у нас с вами восстановилась правильная индикация, то есть белая лампа загорелась, красная лампочка погасла. Снова зазвенел звонок у него, и его снова можно выключить, вытянув кнопку КСЗ звонка на себя. Вот такие вот действия производятся на датчике номер один, вот в этом месте. Несложно догадаться, что раз у нас с вами два датчика, что мы будем делать после того, как проверили первый датчик, мы берем и проверяем датчик номер два. Технология абсолютно точно такая же. То есть у нас с вами запрашивается открытие входного светофора. Ну, он, по идее, и так уже открыт, раз мы с вами просили дежурного по станции снова приготовить маршрут. Далее снова имитируем срабатывание. То же самое, только другая лампочка загорается на пульте у ДСП. Тоже там нажимает он КСЗ, тоже с помощью ВКС проверяет возможность задания маршрута. Вот такая вот штука, проверка при свободных участках приближения. Вопросики? Чтобы далеко потом не возвращаться, желаете вы, чтобы я продиктовал вам что-то, как осуществить эту проверку? Замечательно, пообщались, поговорили.
Давайте. Вот теперь услышал. Пожалуйста, значит, проверка при свободных участках. Проверка при свободных участках. Проверка при свободных участках. Запросить у ДСП приготовление маршрута приема. 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 Сымитировать срабатывание датчика. Сымитировать срабатывание датчика. Сымитировать срабатывание датчика. Сымитировать срабатывание датчика. На пульте ДСП звенит звонок, гаснет белое, загорается красное. На пульте ДСП звенит звонок, гаснет белое, загорается красное. Входной закрывается, включается информатор. Запросить повторное открытие. Не должен открываться. Входной не должен открываться. Контролируется выключение звонка от нажатия кнопки КСЗ. Контролируется выключение звонка от нажатия кнопки КСЗ. Контролируется выключение звонка от нажатия кнопки КСЗ. Надо было местами вот эти поменять, четвертое с третьим. Далее проверяется возможность открытия входного с использованием вспомогательной кнопки ВКС. Проверяется возможность открытия входного с использованием вспомогательной кнопки ВКС. Проверяется возможность открытия входного с использованием вспомогательной кнопки ВКС. Далее восстанавливается цепь датчика, звенит звонок,
восстанавливается контроль на пульте. Восстанавливается цепь датчика. Звенит звонок. Восстанавливается индикация на пульте. Восстанавливается индикация на пульте. Ну и повторить для второго датчика. 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 Так, что у нас следует дальше? А дальше у нас следует такая же подобная проверка, но при занятых участках приближения. Чтобы кучу раз одно и то же не писать, то, соответственно, давайте посмотрим, чем же будет отличаться эта проверка. Итак, делается аналогичное действие, то есть срабатывание УКСПС проверяется, когда участки уже не свободны, как были до этого, а они заняты. Как это делают? Имитируют занятие участка 2, ну, допустим, участка 1 УП. Накладывают сюда шунт для того, чтобы сымитировать занятость этой секции. И, соответственно, имитирует срабатывание датчика 2. Что должно произойти? То же самое, что было у нас до этого. Имитирует занятие вот этого участка и срабатывание датчика вот этого. То же самое происходит, все точно так же, как у нас с вами до этого происходило. И есть одна особенность. Она выглядит так. Имитирует срабатывание, вернее, занятость вот этого участка 1УП, который к станции ближе. А сами при этом имитируют срабатывание датчика номер 1. Как вы думаете, как на это должна отреагировать УКСПС? Стоит нам перекрывать входной сигнал, если вот этот поезд, который перед входным сигналом сейчас стоит и едет к нему, не мог сбить датчик, потому что датчик, как видите, сработал после того, как была освобождена 2УП. Ну, продолжается беседа с вами, точнее, беседы с вами никак не получается. Понятно, что этого быть не может, поэтому перекрывать светофор перед поездом, в котором нарушения габарита точно не было, не стоит. И для этого случая наш с вами светофор должен остаться открытым. Какой-то подобный вопрос там наверняка будет у вас в тесте, по крайней мере, в голове он что-то у меня сидит. Такая вот особенность. Ну, давайте как-то это дело себя отметим. Проверка повторяется при занятых участках приближения. Проверка повторяется при занятых участках приближения. Ну, в скобочках, шунтом занимаемым, конечно, а не поездом. Проверка повторяется при занятых участках приближения. В скобочках накладываем шунт. Проверка повторяется при занятых участках приближения. Накладываем шунт. Проверка повторяется при занятых участках приближения. Накладываем шунт. Действия аналогичные, за исключением. Действия аналогичные, за исключением. Занятие 1УП. Или лучше так,
срабатывание датчика 1 при занятом 1 УП и свободном 2 УП. За исключением срабатывания DAT 1 при занятом 1 УП и свободном 2 УП. За исключением срабатывания DAT 1 при занятом 1 УП и свободном 2 УП. Светофор не должен перекрыться. Светофор не должен перекрыться. Светофор не должен перекрыться. Светофор не должен перекрыться. Ну и вот здесь у меня добавка. Информатор не должен включиться. Информатор не должен включиться. Светофор не должен перекрыться. Информатор не включается. TX. Проконтролировали мы с вами события. Действия, которые мы с вами делаем, как мы говорили, будем фиксировать в некой акте SHA-80. Ну, что-то я до него еще пока не дошел, поэтому дальше у меня презентации, что идет. Это, как я вам обещал, другие точки установки у КСПС. Давайте посмотрим на эти другие точки. Порядок проверки работоспособности у КСПС, ограждающих охраняемые мосты и тоннели. То есть, где у нас еще может располагаться у КСПС перед мостами, либо перед тоннелями. В этом случае у нас с вами перед мостом или тоннелем устанавливается заградительный светофор. Ставится один датчик перед этими устройствами. Информация о срабатывании этого датчика должна у нас где отражаться? У дежурного по мосту или по тоннелю, а также у ДСП ближайшей станции дублироваться. Что-то на 2 минуты. До небольшой паузы на перезагрузку нашего зума. Так, что у нас будет здесь порядком? Ну, опять же, делаем запись в книге приема или сдачи дежурств на этом посту охраны. Далее имитируем срабатывание датчика. Убеждаемся в этом, в том, что есть контроль у дежурного по посту охраны. Должна сработать звуковая и световая сигнализация на пульте. К сожалению, таких фотографий у меня нет. Должны загореться красные огни на заградительных светофорах. И должна сработать сигнализация, опять же, у дежурного по станции, у которого дублируется эта информация. Также сигнализация должна иметь возможность выключения кнопкой. Ну и тоже должен включиться речевой информатор в поездную радиосвязь. Ну, принцип примерно такой же. Не знаю, там стоит его отдельно как-то записывать. Если есть желание, пожалуйста, можете быстренько отразить. Немножко проще здесь. Ну и, видимо, нет проверки с занятием, потому что я здесь снова Женя Шунта не вижу нигде. Это что касается мостов или тоннелей с установкой заградительного сигнала. Кроме этого, есть еще один вариант. Это когда роль заградительного сигнала будет играть проходные светофоры автоблокировки. Наверное, с этого и начну после того, как зум восстановим. Так, у нас по-прежнему 12.
никого не потеряли.